Здравствуйте, мои маленькие читеры. Всем привет, уленьки. Сегодня я вам расскажу и покажу целых 4 способа, как накрутить себе денег в 22-й ферме. В принципе, подобный гайд был для 19-й фермы, и он, в принципе, актуален. Но покажем еще раз. Мне ж не сложно, вы же знаете. В общем-то, погнали развлекаться. Вот у нас есть сейф, на котором 500 тысяч денег, и погнали накручивать на него бабосики. Первый способ, друзья, будет работать абсолютно для всех, и для консольщиков, и для ПК-бояр. На мой взгляд, он немного геморный, но для него не надо ставить моды, и для него не надо редактировать сохранку и всякой там прочей херней заниматься. Единственное, он не сработает, если мамка не дала вам денег на лицензионную версию игрушки. Ну, в общем-то, все довольно просто. Вам нужно, друзья, загрузить свой сейф через сетевую игру. Вы заходите в сетевую игру, создаете сессию, загружаете ваш сейф. Похер, как он абсолютно будет называться, все равно там никто играть не будет. Хотя сейчас вдруг ко мне кто-нибудь зайдет. Ну ладно, это не важно. Сейф у нас загружается, и мы видим на балансе вообще ноль. На самом деле это потому, что здесь у нас мультиферма, и вам надо войти в свою ферму, и тогда вы будете видеть этот баланс 500 тысяч, который у нас был. И, будучи администратором, вы создаете другую ферму. Кстати, тут прикольно, можно всякие... Почему? Ладно. Розовую свинку. Мы создаем ферму. Заходим на нашу новую созданную ферму. Далее лезем в управление фермами и на старую ферму отправляем денег. Например, 500 тысяч, которые у нас создались при создании фермы. И все, мы их переместили. Теперь они, весь этот миллион находится на первой ферме. Эту мы можем потом удалить. Нельзя удалить, потому что там игроки. Ладно, не вопрос. Мы ее удаляем. Создаем новую ферму. Другую. И на ней опять 500 тысяч. Точно так же мы можем туда переместиться. Точно так же мы можем отправить еще 500 тысяч на нашу основную ферму. В общем-то, понятно, как это работает. После чего мы просто тупо сохраняемся. Сохранить игру. Выходим в главное меню, открываем карьеру, и здесь у нас на балансе 1,5 миллиона. Так что все прекрасно, все работает. Второй способ, друзья, для консольщиков немножко не подойдет, но лично для меня он самый простой. Это отредактировать вашу сохранку. Наша сохранка находится во втором слоте, здесь вот написано. Первое — это то, что у меня карьера идет, а второе — это вот тестовая вот эта сохранка. Она находится во втором слоте, и мы запоминаем, в каком слоте она находится. После чего мы выходим из игры и лезем, друзья, в папочку «Мои документы». В моих документах у вас есть папка «My Games», в ней есть папка «Farming Simulator 2022», и далее есть папка папки Save Game, это с номером этого слота. Вы открываете эту папочку и находите файлик Farms. Открываете его с помощью любого текстового редактора, можно тупо с блокнота. И здесь в третьей строчке находится много всяких вот циферок, но самое интересное, что нас интересует, это money. Если вы посмотрите в англо-русский словарь, то узнаете, что money — это деньги. Но если вас в школе этому не научили. Вот они, наши 1,5 миллиона, которые у нас здесь есть, и мы просто берем и вписываем сюда абсолютно любое значение, которое хотим. Например, 354 876 той валюты, которая у нас есть. После чего этот файлик просто сохраняем. Заходим обратно в нашу игрулечку. Здесь мы, конечно, видим те же самые 1,5 миллиона, но ничего страшного, это так и задумано. Потому что то, что показывается на этом экране, берется из другого файла, который при сохранении подсасывается информация из файла ферм. Оно там просто все суммируется. И на балансе мы видим уже не те 1,5 миллиона, а то значение, которое мы ввели. 354 876. Консольщикам, увы, не актуально, но, как по мне, этот способ самый простой. Но есть и еще два. Третий способ, друзья, скорее всего, будет работать тоже только на ПК, потому что это мод, которого, скорее всего, в модхабе не будет, и который, скорее всего, на консолях работать тоже не будет. Называется он Money Tool. Вы просто в гугле пишете Money Tool FS22 и по первой ссылке его скачиваете. Ссылку давать не буду, потому что мне впадло его еще раз искать. Я, короче, такая ленивая какашка. В общем-то, подключаете этот мод, загружаете вашу сохранку. Вот у нас наш баланс, который мы вводили в прошлый раз. И с помощью комбинации клавиш Ctrl-A Alt-0 нам прибавляется 1 миллион денег. Можно нажать еще раз, можно нажать еще раз. Короче, вы можете их фармить сколько захотите и чувствовать себя радостными из-за вот этого вот вашего богатства, что молодец, мама, я прошел игру. Ну и последний, друзья, уже четвертый способ на сегодня подойдет как и ПКшникам, так и консольщикам. Это опять-таки очередной мод. Есть он в загружаемых материалах, и он вроде как должен быть в разном, называется Government Subsidy. Вы его устанавливаете прямо вот отсюда, после чего загружаете ваш сейф, подключаете этот самый мод и загружаетесь, да. После того, как вы загружаетесь, на ваш участок нужно разместить специальную хреновину.
Заходите в магазин, идете в самую последнюю вот эту вот графу «Прочее». Здесь есть такая штука, как стройка. Далее лезете в производство, генераторы. И здесь появилось две таких новых штуки. Это муниципальная субсидия. Будет давать вам по 350 евро в час. А вторая штука — это government субсидия. Короче, я не знаю, региональная, типа областная. Короче, какая-то там крутая. Это американские термины, я не шарю. Неважно. А в общем-то вот эту вот штуку ставите куда-нибудь на свою территорию, абсолютно любую. Можете их хоть 50 штук поставить, короче, сколько захотите. Главное, чтобы, да, не накладывалось на чужие строения. Вот, вот такие вот штуки, и они, в общем-то, каждый час по 350 тысяч вам будут давать. Мотаете просто тупо время, и со сменой каждого часа бздынь, и у нас появляется куча денег. Тут, в общем-то, все просто. Вот так вот, друзья. 4 способа. Выбирайте, кому что по душе. Я не лезу в ваши дела, зачем вам это надо. Для тестов просто почитерить вообще без разницы. У каждого свои мотивы. Ну а те, кто любит написать в комментариях, типа вот как под прошлым было, что ни хрена не работает и так далее. На самом деле просто у вас руки из жопы. Да. Короче, лайкосики, комментарии, подписочка, потому что там гайдики еще всякие будут. Спонсорам спасибо за поддержку. В общем-то, всем покаки.